Нанеся мощный удар по Южному Приморью, циклон направился на северо-восток края. Под утро он подошел к Дальнегорскому городскому округу. В эти минуты там эпицентр непогоды. По пути циклон растерял свою мощь, и катастрофы сейчас нет. Интенсивность дождя небольшая. Подтоплений пока нет. Подъема воды в реках и ручьях тоже. В Дальнегорске создан оперативный штаб, который готовится к любому возможному развитию событий. Осадки будут продолжаться там до конца текущего дня.